Всем привет! Тичбикемиграциимиграции Тичбике. Меня зовут Илья Кселев, кто не знает, и мы рассказываем об эмиграции в Соединенные Штаты Америки. Сегодня с вами мы поговорим тоже на очень интересную тему, так как буквально позавчера в Российской Федерации прошел очень интересный закон. И Владимир Владимирович его подписал. Ну, кто бы сомневался, что он его подпишет, потому что об этом законе говорили последний, наверное, месяц, но как говорили, И он промельковал, грубо говоря, в средств массовой информации, но по большому счету, никакой открытой такой информации нигде особо и не было. Он так проскочил как бы между всевозможными интересными новостями. Но при этом при всем, понятное дело, что часть телеграм-каналов отозвалась на эту новость. И все по одной простой причине. Потому что это касается тех людей, которые выезжают из страны, а именно из Российской Федерации. Очередные ограничения и вновь для призывников. В Государственной Думе утвердили законопроект об изъятии загранпаспортов. Теперь те, кого призовут на военную или альтернативную гражданскую службу, должны будут сдать этот документ, причем в течение пяти дней. Этой весной в Госдуме приняли целый ряд нововведений, которые касаются военной службы. Электронные повестки приравняли к традиционным бумажным, а для тех, кто будет избегать посещения военкоматов, утвердили ряд поражений в правах. Им запретят выезжать из страны, управлять автомобилем, брать кредиты, а также лишат возможности продавать или покупать недвижимость. Но новые правила коснутся не только призывников. Любой пограничник получит возможность изъять загранпаспорт, возможно, даже при прохождении паспортного контроля, если вдруг ему покажется, что документ содержит недостоверные сведения. Это может осложнить жизнь не только тем, кто бежит от призыва, но и тем, кто каким-то образом выступает против российской власти. И вот закон звучит так: президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обязательную сдачу загранпаспортов паспортов россиянам, который запрещен выезд за рубеж из-за получения повестки на военную службу. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых. Актов. Согласно закону, человек, подлежащий призыву на военную службу и получивший повестку из военкомата, должен в течение, в течение пяти рабочих дней после получения решения об ограничении выезда из России сдать загранпаспорт на хранение, выдавшее его ведомство Миграционный отдел Мвд или МфЦ. Находиться на хранении документ будет до истечения срока ограничения на выезд или до конца срока действия паспорта. О чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний день в Российской Федерации, как бы это ни казалось прискорбно, но занавес будет опускаться Причем он опускаться будет уже основательно Если отслеживать э, Те же самые новости, горячие новости С э, фронтовых полей да, Там, где происходят столкновения и так далее э, Живого мяса В виде солдат и так далее уже практически не осталось Понятное дело, что в первый же Буквально короткий период времени Регулярная армия куда-то исчезла ну, Та самая, которая первая в мире Или вторая какая-то в мире да, Она просто-напросто исчезла И э, поехали туда автозаки виде ЧВК «Вагнер» там, и так далее. Но и их надолго не хватило. Им пришлось... Они потеряли огромное количество живой силы. И понятное дело, что ну, как бы, где людей-то брать? Вот. И тут еще и подъехало, что ЧВК «Вагнер» взбрыкнулся и отошел на задние позиции. А насколько мы известно, владельцам ЧВК «Вагнер» было озвучено то, что 50% личного состава уже к сожалению, нет. Плюс ко всему, тюрьмы-то освободились, да, и сейчас сроки даются за абсолютно все подряд, по 15-20 лет, это заградительные сроки, и все прекрасно понимают, что люди, которые получили по 15-20 лет, у них единственный шанс выйти из тюрьмы, это ЧВК «Вагнер». Вот, поэтому как бы искупить кровью свое, свое оппозиционное какое-то мнение. Соответственно, людей практически нет. Тюрьмы сейчас пытаются наполнить, чтобы потом наполнить этим самым войска. Вот. Но э, у нас огромное количество призывников. Причем призыв увеличили, насколько я помню, до 30 лет. Вот. Плюс ко всему, повестки получаются людям и по 35, и по 45 лет. Мы знаем, у нас были клиенты, где повестки люди получили в 48-52 года. Вот. Хотя к призывному возрасту их отнести никак невозможно. Это говорит о чем? Это говорит о том, что в ближайшее время все те люди, которым будут рассылаться повестки, и которые радужно поедут на месяцы на обучение на полигоны, а затем в боевые действия за гранпаспорта будут отбирать. Для чего это делается? Для того, чтобы невозможно было выехать из страны. Ну это и так, собственно, понятно. Что важно в этом во всем? Дело в том, что, ну, скажем так, у нас нет вроде как военного положения в стране. Насколько это законы изъятия загранпаспорта даже на основании получения повестки для меня большой секрет. Почему? Потому что у нас не введено военное положение, у нас не введено в такой режим, как война. Да, у нас есть специальная военная операция, но почему-то под нее попадают все подряд. Все те люди, которые имеют загранпаспорт и еще при этом получают повестки в электронном виде на госуслуги, у которых, например, у многих может и не быть. Вот. Соответственно, во всей этой чехарде прослеживается одна единственная нить. Она заключается в очень простом: огромное количество людей надо призвать и призвать в таких масштабах, чтобы ну, покрыть те самые потери, которые уже произошли. Понятное дело, что по заявлением средств массовой информации официальных никаких потерь практически нет. Но если учесть и просто-напросто читать новости, то и так понятно, что все те законы, которые сейчас принимаются, они принимаются как раз для того, чтобы восполнить вот эту самую проблему. Ну и плюс уже на конституционные нормы свободного передвижения внутри страны и из страны уже всем наплевать. Да, и паспорта можно будет забирать, ну, собственно, по, по взмаху волшебной палочки. Важно еще и то сказать, что помимо того, что определены законы, которые будут позволять забирать загранпаспорта в связи с повесткой на госуслуги еще куда-либо, еще и определены основания для признания загранпаспорта недействительным. То есть, у вас помимо того, что если не смогут забрать, его просто признают недействительным. Они а действительно его признают из общих оснований да, и специфических. Его утраты, ну это понятно. Изменение владельца персональных данных, включая фамилию, имя, отчество, ну это тоже понятно, это и было. Истечение срока действия документа, это понятно, смерти владельца, это тоже понятно. Невозврата без уважительной причины дипломатического или служебного паспорта в течение пяти рабочих дней после служебной командировки. Это говорит как раз о том, что будут кромсать и тех людей, которые являются депмиссиями, то есть у которых типа бронь. Прекращение гражданства в России, а вот этот вот непростой, он вроде бы как и был, да, но я думаю, что этот пункт еще будет расцениться для тех, кто уехал и, например, Дмитрий Анатольевич Медведев очень яро хотел у них отбирать гражданство. И как только у них отберут гражданство, естественно, заберут и загранпаспорт. За, за и с этим загранпаспортом вы будете уже недействительны. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников дохода в нашей стране, в чем бы они ни состояли. А моральную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда. Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях только через амнистию или помилование. Наличие недостоверных сведений, и, ну, это уже было, и отказ от передачи паспорта на хранение без уважительной причины гражданинам, которым ограничен выезд из страны по причине допуска гостайни и другое, как раз и то, что другое, это получение повесток. То есть не захотели сдавать, а нулячили. И с этим загранпаспортом вы никуда не сможете уехать. О чем это говорит? Ребята, 180 дней дается на то, чтобы этот закон вступил в законную силу. Именно примерно столько есть людей, у людей времени, те, кто хочет уехать и не хочет участвовать в том мероприятии, которое затеяло наше государство, да, и, собственно, у вас есть 180 дней на то, чтобы подумать, да, и принять решение, принять решение, куда ему двигаться, в какую сторону, на запад, на восток, на юг или на север. Вот для этого у вас есть не так много времени, поэтому, ребята, если раньше, когда-то, еще года два назад, год назад, вот это самое выражение «занавес закрывается», он был очень риторическим, и все такие, типа, ну, что-то закрывается, что-то не закрывается, то сейчас самое время принять какое-то решение, да, куда вы двигаетесь, и что вы делаете по одной простой причине? Потому что занавес действительно закрывается. И это уже не шутки, потому что вас отбирают последний единственный документ, который позволял вам пересечь границу Российской Федерации и путешествовать, что интересно, дальше. Потому что если у вас просто изымут паспорт, даже если вы пересечете границу каким-то образом Российскую Федерацию в соседнее государство, то передвигаться дальше по миру у вас будет практически не будет никакой возможности. Поэтому, ребята, следите за теми новостями, которые есть в Российской Федерации, следите за теми, скажем так, законами, которые изменяются, потому что в последнее время они изменяются очень быстро, практически втихую, и изменяются крайне кардинально. И они работают, естественно, против, против населения и против вообще ваших конституционных и вообще каких-либо прав. А если уж отобрали от вас конституционные права, то остальных прав у вас уже практически нет. Всем пока.

И с совестью честью легко расстаешься, Но ты не победишь, Наша цепь не прервется!